Корабли и их кастомизация в Arena Commander. Заходим в основное меню. Левее фильтр производителей. Изначально нам открыт весь список, но будет то какой-то конкретный производитель или общий список. Сперва мы видим корабли, которые у вас уже есть в наличии, а далее корабли, доступные для аренды. Цены и срок для каждого корабля указаны там же. Корабли покупаются за виртуальную искусственную валюту, предназначенную специально для Arena Commander, REC. Соответственно, все компоненты и корабли, купленные за REC, будут доступны только в этом модуле. Для аренды нового корабля выбираем корабль, жмем Rent Ship, смотрим суммы до и после и подтверждаем ренту. Для выбора корабля выбираем корабль и жмем Select Ship. Кроме того, можно приступить к кастомизации корабля прямо в текущем меню, просто нажав Ship Customization. Детально обо всем в следующих видео. Подписывайтесь, жмите лайк и не забывайте про колокольчик.